Всем привет, ребята! Сегодня у нас какое? 13 апреля. Сегодня мы кастрировали наших живностей всех. Всех парней. Поэтому они спрятались, их нету. Они, у них сегодня тяжелый день. Они отдыхают. Бобус. Бобус ест. Ну, Биба чуть поактивнее, ребятки. Но все равно тоже в лёжке все. Тяжело далась им кастрация. Хотя, блин, тучины орали больше всего. Такие прям, мне даже ветеринар удивился. Говорит, что это за свиньи такие, что за порода? Что у него в 20 дней яйца, блин, как у кабана, которому 2 месяца уже. Вон наши дырочки. Тяжело им, болеют они. И Петрович орёт. Ай, вот, зараза ты такая. У нас с ним битва происходит, с этим петухом. Мы друг друга недолюбливаем. Да? Так, и что у нас еще? У меня новое приобретение. Вчера мы ездили, у нас дорога заняла в общей сложности 8 часов. Вот оно. Чистопородный, опять же, дюрок. Такой вот симпатюля. Хвост уже купировать не буду, потому что взрослый. Весим мы 35 килограмм. Да. Имя еще не придумали. И вот смотрите, у нас ушко одно вот такое вот, оно задранное кверху. Это в процессе родов сломало нухо. Это не брак, ничего. Это просто такое вот он. Но это его изюминка. Что там происходит? Вот за этим чудом мы вчера и ездили. Малыш! А, малыш? Вот, что? Ну, мои свиньи мелкие. Куры, идите отсюда, я сейчас дверь закрою. Едят уже. Вот эти вот едят. Размол начали есть. Ну, они начали сначала у мамки подъедать. Помимо своего пристарта. Ну, я им начала давать их старт. И прям едят вовсю. Сегодня, блин, честно, задолбалась их носить просто на кастрацию. Блин, тяжелая. Ну, пятнашка уже есть, однозначно. Поэтому мы растем. Воду пьем, 10 литров нам хватает, блин, часа на 3, наверное. Не больше. Мамка у меня... Мамка, Биба у меня ест специальный тоже лактирующий корм, который способствует выработке молока. И он у меня сколько сегодня, ребятам? По-моему, 35-й день, если мне память не изменяет. И он у нас молока еще завались. Но я еще неделю подержу, наверное, после кастрации. И буду отлучать, уже планирую в продажу. То есть примерно числа с 20-го у меня будет продажа. Поэтому пишите, звоните. Всем пока. Всем хорошего дня.